Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас срочная информация для вас. Что же вам срочно нужно узнать? Какую получить информацию, девочки? Ну, во-первых, то, что вы закрыты. Да, это важная информация. Вот, и, естественно, карты говорят о том, что как-то вам нужно открыться, посмотреть, да, узнать какую-то информацию. Информация касается, пока не пойму чего, да, но вы закрыты, потому что чего-то боитесь, относитесь с осторожностью. А боитесь вы какой-то встречи и закрыты вы от какой-то встречи. То есть, с одной стороны, получается, вы этой встречи очень сильно хотите. С другой стороны, вы боитесь и закрыты. А нужно вам просто проявить себя как императрица. И тут еще госпожа времени еще говорит о том, что нужно отпустить эту ситуацию, да, и перестать ждать, да, то есть вы ждете, боитесь этой встречи. На самом деле просто нужно отпустить ситуацию, перестать ждать. Ну, я думаю, что касается все-таки мужчины, но вы его как-то, то есть вы хотите с ним встречи, да, хотите его проявления, и при этом боитесь. Боитесь вас, наверное, потому что боитесь и свои как бы чувства проявить, да, и не знаете, как он будет себя вести, потому что, видимо, был уже с этим мужчиной негативный опыт какой-то у вас. Но при этом я хочу сказать, что есть чувства очень сильные, и что интересно, чувства есть и у вас, и у этого мужчины. И, девочки, он боится не меньше, чем вы. Но при этом хочу сказать, что да, мужчина проявится. Встреча, все равно вот эта встреча, которой вы боитесь, ну так чаще всего и бывает, встреча все равно будет. И никуда вам от этой встречи, по большому счету, не деться. А вот. Не говорю я, конечно, проявлять тут прям чувства, да, в отношении мужчины. Посмотрите, вот ведите себя реально как императрица, как госпожа времени, да, вот в этой колоде. Посмотрите, как мужчина будет проявляться, как он будет себя вести. Настройтесь на то, что вы императрица, вы хозяйка положения, потому что он тоже боится и боится тоже не меньше вас.